Моя задача быть первым, первым. Непоколебимый дух сверху. Изгибаемый сердцем, знак сверху. Жажда победы заложена в ген. Поддержите нашего чемпиона! Поддержите! Изгибаемый сердцем, знак сверху. Жажда победы заложена в ген. Разум холодный, как айсберг, сердце полыхает огнем, чувствует праздник. Мое тело совершенное оружие, и тебе стая зверей просит выпустить наружу. Только вперед, туда. Представляем участников 10-раундового поединка в тяжелом весе. В синем углу ринга боец из Сан-Паула, Бразилии, по прозвищу Гигант. Ему 38 лет, рост 192 сантиметра, вес 106 килограммов, 250 граммов. Провел 26 боев, 19 побед, 17 нокаутов, потерпел 7 поражений. Бывший чемпион WBO Latino и WBC Latino в тяжелом весе. In the blue corner, 38 years old, standing 192, weighing 106.25 kilos, 19 victories, 17 victories by knockout and 7 defeats. WBO Latina, WBC Latina, heavyweight former champion from São Paulo, Brazil, Irineu Beato Gigante Costa. Красный угол ринга. Боксер 29 лет, рост 189 сантиметров, вес 97 килограммов, 350 граммов. На профессиональном ринге провел 12 боев, одержал 12 побед, 12 побед нокаутом, ни одного поражения. Чемпион WBA Азии и чемпион России в тяжелом весе из Санкт-Петербурга Ростислав Плечко. Рефери в ринге Ираклий Малазонин. Round one. Поддержите наш чемпион. Итак, дамы и господа, рефери Ираклий Малазония остановил этот поединок через 1 минуту и 7 секунд первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал и остался непобежденным Ростислав Плечко!